Здравствуйте! В эфире телеканала МТВ программа «Встречная полоса». Добро пожаловать на первый телевизионный проект, где мы расскажем, чем живет госавтоинспекция и как сохранить безопасность на дорогах. В студии Алина Успенская и Антон Федотов. Сегодня, прежде чем начать наш традиционный разбор дорожно-транспортных происшествий за прошедший месяц, давайте немного поговорим о классификации ДТП. Причины ДТП делятся на субъективные, происходящие по вине участника дорожного транспортного происшествия, и объективные, не зависящие от воли участников. Самая распространенная субъективная причина аварий на дорогах – это несоблюдение правил, халатное отношение к ним, а также к эксплуатации транспортного средства. К объективным причинам можно отнести состояние дорожного покрытия или освещенность. Зачастую ДТП случается из-за субъективных и объективных причин одновременно. Верно установить причину ДТП важно для определения степени причастности и ответственности каждого из участников. Существует классификация причиненного вреда в результате дорожно-транспортного происшествия. Он делится на легкий, средний и тяжелый. За легкий и средний наказание предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях. За тяжкий вред наказание будет вынесено согласно Уголовного кодекса. А сейчас давайте рассмотрим произошедшие ДТП и разберемся, кто прав, кто виноват и, главное, как подобного можно избежать. В Калачевском районе 24-летний водитель, управляя автомашиной Honda Fit, выехал на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил наезд на девушку-пешехода, которая двигалась в попутном направлении с транспортным средством. В результате дорожно-транспортного происшествия девушка, находившаяся на 9-м месяце беременности, скончалась на месте ДТП. В городе Волжске 32-летний водитель, управляя автомашиной «Газель», проявил невнимательность и совершил наезд на маршрутное транспортное средство, водитель которого совершил остановку с целью высадки пассажиров. В результате ДТП пострадали 4 человека, среди которых 3 несовершеннолетних – 14, 16 и 17 лет. В Центральном районе 46-летняя женщина-водитель не справилась с управлением автомобилем «Сузуки» и при выполнении маневра перестроения выехала на тротуар встречного направления, где совершила наезд на дорожного рабочего, который занимался расчисткой снега. От полученных травм 42-летний мужчина скончался в больнице. В Кировском районе 58-летний водитель, управляя автомашиной «Рено Аркана» при проезде нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, не предоставил преимущество в движении автомашине «Джили», двигавшейся справа от него, в результате чего произошло столкновение. Пострадали 3 человека, включая 8-летнего ребенка. В Михайловском районе на федеральной автодороге Тамбов-Волгоград-Астрахань 26-летний водитель автомобиля BMW не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигающимся впереди в попутном направлении автомобилем Hyundai. От удара Hyundai выбросило на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где в него врезался грузовой автомобиль КАМАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия, вызванного преступной халатностью шофера BMW, от полученных травм на месте скончался водитель автомобиля Hyundai. В Советском районе 18-летняя девушка-водитель, имеющая стаж вождения менее 1 года, не справилась с управлением автомашиной Hyundai Solaris и совершила столкновение с двигавшейся во встречном направлении автомашиной Hyundai Creta. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 3 человека, среди которых 2 пассажира автомашины Hyundai Creta 16 лет и 2-летний малыш. Небольшая памятка на случай, если вам все-таки не удалось избежать дорожно-транспортного происшествия. Первое – это, конечно же, необходимо остановить транспортное средство и включить аварийную сигнализацию. Выставьте на дорогу знак аварийной остановки на расстоянии не менее 15 метров для города и 30 метров для загородной зоны. Определите, не пострадал ли кто-то в ДТП. Для этого подойдите к другим участникам аварии и спросите, как они себя чувствуют. Не перемещайте предметы, имеющие отношение к дорожно-транспортному происшествию, например, ограждение или сбитый знак. Сфотографируйте место ДТП, наберите номер 112 и ожидайте прибытия сотрудников госавтоинспекции. А что делать, если виновник скрылся с места происшествия? Или сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, в котором обнаружено нелегальное оружие или запрещенные препараты? А может быть такое, что водитель оказывает сопротивление сотрудникам, отказывается остановиться и пытается скрыться? Сейчас мы наглядно покажем, как выполняют общеполицейские функции сотрудники госавтоинспекции.
Внесли службу на СП ДПС Городищенский для проверки документов. Был остановлен автомобиль УАЗ-21-10. Вот, проверяли документы у водителя. Они явно видно было, что переживают, нервничают. Качество пассажира — молодой человек с ним ехал, с водителем. Попросили предъявить документы. Он также нервничал, ручную кладь и телефон там перекладывал с места на место. Было принято решение сопроводить данного молодого человека до территории поста, вот, где в отношении него был произведен досмотр личный. И в рукаве был обнаружен бумажный сверток, в котором находился полиэтиленовый пакет, в котором находилось вещество порошкообразное с белого цвета. Бумажный сверток. В свертке находится полиэтиленовый пакет с веществом белого цвета порошкообразной формы. Можете пояснить, что это такое? Я не знаю, нашел этот сверточек, он валялся. Я подобрал бумажки, я думал, мало ли что. Согласно экспертизе, данное вещество является наркотическим средством. Предложили добровольно сдать запрещенные вещества. Он отказался, пояснил, что ничего запрещенного нету. И присутствие понятых уже сами выявили в куртке, надетой на нем, в левом рукаве. Данный гражданин уже привлекался неоднократно за это. Он как бы сразу сознался, объяснил, что для личного потребления поднял закладки. Они сами себя как бы выдают. Вот. Ну и тут уже надо профессионализм проявлять. Во время несения службы вы видели автомобиль ВАЗ-21-14 черного цвета. Вот, вызвал водитель подозрение в том, что вилял по дороге во время движения. Сзади него начали его преследовать. Посредством громкоговорителя с включенными проблесковыми маяками начали его останавливать. Водитель не реагировал на требования, на законные требования сотрудника полиции остановиться. Начал превышать скорость, выезжал на встречную полосу движения, создавал опасность для жизни и здоровья граждан своими действиями. Поэтому было принято решение нами в соответствии с законом о полиции, статьей 23 о применении огнестрельного оружия. Было произведено 2 выстрела по колесам. Передние и задние колеса с левой стороны были пробиты у водителя, в результате чего машина остановилась. Вследствие того, что не могла дальше продолжать движение, водитель был задержан. Где вы не остановились? Первый раз где остановились? Это фабрика. На дорогу. Почему не остановился? У меня права нету. Отказался он от медицинского освидетельствования. Был составлен административный протокол на него. Водительских прав водитель не имел. Впоследствии был арестован судом на 10 суток. Инспектор чувствует, во-первых, ответственность за жизни и здоровья, прежде всего, граждан, самого лица, который уклоняется от законных требований, чтобы не пострадал он, потому что применение ведется по автомобилю. Так как проходим подготовку регулярную, поэтому действия решительные, особо не задумываемся во время применения, то есть выполняем поставленную задачу. Водители реагируют по-разному, то есть если в нетрезвом состоянии человек, что в большинстве случаев бывает, ну, идут они до последнего, то есть на выстрелы реагируют слабо. То есть сначала делается предупредительный выстрел, обязательно, это обязательное условие закона о полиции перед применением. Вот, если водитель не подчиняется дальше, то применяется оружие уже по автомобилю. 4 февраля где-то в 15:00 от дежурной группы отдельного батальона дорожно-патрульной службы по городу Волгограду поступило сообщение о том, что на пересечении улиц Рыкачева и Ополченской произошло ДТП, наезд на пешехода. Выехали по данному адресу, наезд подтвердился, и было установлено, что транспортное средство, которое совершило наезд, покинуло место происшествия и скрылось в направлении Краснооктябрьского района. Были просмотрены камеры, находящиеся на данном перекрестке, транспортное средство было установлено. В ходе разыскных мероприятий было установлено местонахождение гражданина, который находился за рулем данного транспортного средства. Туда незамедлительно выехали наши сотрудники. По адресу был задержан данный гражданин, и его доставили на место происшествия. Совершил наезд на пешехода, не заметил пешехода. Откуда, куда двигались? Ой, получается, со стороны тракторного в сторону красного, вот так вот, то есть, ну, по второй продольной. Mm-hmm. Не заметил пешехода из-за потока машин и задел. Скрылся с места ДТП и по причине испугался просто.
из-за отсутствия водительского удостоверения. А местонахождение транспортного средства он пояснить не мог, так как находился в состоянии шока. Сказал, что примерно бросил на территории Краснооктябрьского района. В ходе обследования улиц транспортное средство было обнаружено. На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая провела уже все необходимые мероприятия. На данного гражданина был составлен материал по части 2 статьи 12.27 и части 2 статьи 12.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Данный гражданин был помещен в камеру в отдел полиции номер 1. В основном граждане сознательные, как бы остаются на месте. Сбегают у нас с места происшествия люди, которые не имеют права управления, либо находятся в состоянии опьянения. Всегда находим таких граждан, это помогает и свидетели, и по городу сейчас находится очень большое количество камер видеонаблюдения, это тоже очень сильно помогает. Почти 100% мы находим таких граждан. В ходе патрулирования трактора Заводского района по городу Волгограду от граждан была получена информация о неадекватном вождении. Приметы машины, Hyundai Solaris, и куда она поехала. Мы поехали в этом направлении, обнаружили эту машину, водитель отказывался на наши требования остановиться, попытался скрыться, не справился с управлением, совершил опрокидывание. В этот момент по радиостанции прошла информация об угоне в центральном районе. В ходе дальнейшего разбирательства было выяснено, что водитель совершил угон в состоянии опьянения. Ты хозяина знаешь этой машины? Нет? А где ты ее взял? В городе где-то? А как было? Подошел к машине, что, открытая была? С ключами? Сел? Сел, завел, поехал, да? Чей автомобиль не знаешь? Ключи есть. Ключи были там? А с какой целью ты это еще делал? Не знаю. Ты понимаешь, что это называется угон? За это уголовная ответственность. Пришлось, взять объяснение. В отношении него было составлено несколько административных материалов по статье за управление не имеющим права управления в состоянии опьянения. Также он совершил несколько серий ДТП на территории трактора Заводского района. В ходе уже беседы было установлено, что он завладел транспортным средством с целью покататься. Увидел, что автомобиль открыт. Хозяин автомобиля выходил, не закрыл его на сигнализацию. Подошел, открыл дверь, сначала собирался что-то, видимо, посмотреть, украсть, а потом увидел ключи. Завел, поехал. Сложность найти, все зависит, когда обнаружили пропажу автомобиля, от времени. То есть по горячим следам, естественно, найти проще всего. Находились на маршруте патрулирования в Советском районе. Несли службу, увидели транспортное средство Mitsubishi Lancer в 9-м кузове, которое во двор заезжает. Включили проблесковые маячки, потребовали остановиться данное транспортное средство. Водитель проигнорировал наши требования, пытался скрыться. После чего бросил автомобиль и побежал также в лес. Через 200-300 метров он был задержан. Было дело. От вас убегать, как иначе. Имеются признаки алкогольного опьянения. Предлагаю пройти в состояние опьянения на месте, в медучреждение, либо отказаться. Поехали в медучреждение. После чего доставлен в отдел полиции, в патрульный автомобиль, в отдел полиции, после чего на него составлен административный материал. Заступили во вторую смену, работали по маршруту патрулирования. Пытались остановить Volkswagen Polo белого цвета. Наши действия он проигнорировал и начал скрываться. После чего через какое-то время догнали, он выбежал с машины и побежал. Присаживайся в машину. Аккуратнее чуть-чуть. Машину не жалко было? Не, на пешком было. Не жалко машину? Не жалко свою машину. Свою. Я на машине ехал. Вы меня остановили или как? Или как это было? В вашем присутствии ему будет предложено пройти по свидетельству на состояние опьянения на месте, проехать в медицинский кабинет, либо отказаться. Я пешеход. Шел домой. Водитель вел неадекватно,
бежал, говорил, что я не был за рулем, кричал. После чего он был доставлен в отдел полиции для составления материала. Документ он не предоставил, ни водительское удостоверение, ни свидетельство о регистрации. После чего был составлен административный материал по статье 19.3 и 12.26, часть 1. Несли службу в Кировском районе, дневная смена была. Патрулировали на улице Кирова. Увидели, как автомобиль «Тусан» управлял транспортным и как-то неровно ехал, влево-вправо его подшатывало. Заприметили эту машину, проследовали за ним, он начал сворачивать место, где было поменьше машин, и вот как раз там ему начали останавливать. Неоднократные требования. Он все-таки остановился. С первого раза он недопонял, недослышал. И когда уже включили проблесковые маячки, естественно, с звуковым сигналом, он все услышал, остановился. Ну и вышел из автомобиля с резким запахом алкоголя. Неустойчивая поза в нем была. Речь невнятная, ничего не было понятно, о чем говорит. Ну, предложили ему присесть в автомобиль. Все. Идет анализ. Алкогольное опьянение установлено. Ну, прошел на свидетельстве на месте. Очень пьяный был. Ну, машину на штрафстоянку оформили, как есть, и все. Подписывать будете протоколы? Ни один протокол не будет подписан. Даже то, что вы обследовали вас сейчас и установили ваше опьянение, вы будете подписывать протоколы? Меня никто не обследовал. Были на застолье, как он рассказывал, потом уже были на застолье, потом решили проехать за продуктами, ну и закупить горяченького. Как видите, будни сотрудников госавтоинспекции не только очень насыщены, но зачастую и опасны. Средства массовой информации и госавтоинспекция постоянно предупреждают, напоминают, нахождение за рулем в состоянии опьянения недопустимо. Употребление запрещенных препаратов не только наносит непоправимый вред организму, но и ставит под удар всех окружающих. В нашем следующем ролике вы увидите, насколько смертоносным может быть неверное решение свернуть на опасную дорогу зависимости. Следующий пешеход может быть реальным. Употребление наркотических веществ ломает не только вашу жизнь, но и жизни окружающих. А наша программа подходит к концу. С вами были Антон Федотов и Алина Успенская. До встречи на телеканале МТВ.